Всем привет! Сейчас добавили новое задание на игру 3, и это задание Сатоши Мистерио. И тут дают VL роли за 30 уровень, а также выдают за 40 уровень фриминт, то есть бесплатный минт. Я расскажу в этом видео о заданиях на игру 3 этого проекта, поэтому начнем. Задания очень легкие, немного свитера в начале будет, чтобы разблокировать все остальные задания. Дейли это получается просто забрать ежедневно поинты, вам ничего не нужно делать. Дейли твит это ежедневный твит об этом проекте. Вы просто что-нибудь пишете об этом проекте хорошее, а также отмечайте через собачку этот проект. В этом, в принципе, все. Биг босс меме это сделать мем, а также ежедневно его придется делать, тоже в принципе ничего сложного. Дискордом это нужно найти кое-какой код в определенном канале. Это легко. Он, в принципе, там это единственное сообщение, но я думаю, показывать не буду. Это любой найдет. Переходим далее. The Writer. Это написать статью в медиуме или же в тильтайпе. Я написал в медиуме, потому что его всегда принимают. Где-то даже есть правило, что пишется только в медиуме. Я думаю, людям просто удобнее там проверять или что-то в этом вроде. За директор это записать в видеопроекте. И, кстати, тут еще за просмотры дадут бонусы в токенах. И это реально прикольно. Если вы какой-нибудь человек, который имеет огромный потенциал в плане YouTube, у вас много подписчиков, то вы можете бонус в токенах получить. Например, за 10 тысяч просмотров можно получить 15 тысяч бонусов в токенах. Звучит прикольно. Переходим дальше. Ну и последнее это задание, это связанное с рефералкой. Круто придумали, что только один раз можно призывать, точнее, один раз только можно забирать поинты за эти задания. В принципе, все, заданий больше нету. На этом все. Если кратко, то Сатоши Мистерио это в первом своем роде MFI мобильное приложение, объединяющее в себе Web3 и майнинг. Ежедневно бесплатно добывать монету BTSI, генезис блок BTS. Начни добывать BTSI, теперь ты можешь получить криптовалюту прямо со своего смартфона. Никакие затраты вашего телефона не будут тратиться. Я месяц назад скачал его, все ок, все хорошо. Также можно позабыть про счет за электричество. В дальнейшем можно будет конвертировать их в токены BTSI. Ни курса, ни дня минта, ни дедлайна неизвестно пока что. Поэтому удачи всем.